Партнери програми «Гастромаркет Халва» та мережа магазинів «М'ясна мануфактура». Что такое бесконечность? Понятие, определение, величина? Скорее, это вопрос риторический. Англичане, например, давно утверждают, что бесконечно смотреть можно на то, как горит огонь, течет вода и работают другие. Я же сегодня могу абсолютно уверенно добавить от себя. Бесконечно можно говорить о еде. С вами Гарик Абрикосович. Всем привет и добро пожаловать. Це суботні страви. Знайомтесь, Гарик Абрикосович – холостяк, романтик, письменник. Впевнено володіє гострими предметами і тремтить від плавності жіночих ліній. У їжі стриманий та небайдужий до світових кухонь. Тому й запрошую у гості тих, хто розуміється на тонкощах національних страв. Отримує на список те, із чого, і швидко купує все для того. Ми продовжуємо говорити о кухнях народів світу, і я з удовольствием представлю гостя сьогоднішньої програми. У нас в гостях заместитель председателя Всеукраинской общественной организации «Диаспора чеченского народа» Сергей Исаев. Здравствуйте, добро пожаловать, милости просим. Здравствуйте. Мой традиционный соцопрос среди ближнего и дальнего окружения, как обычно, прост. И сегодня ответы на него я получил очень лаконичные, если не сказать скромные. Итак, что мы знаем о Чечне? Гордый, суровый, непримиримый народ. Верность традициям, почтение и уважение к старикам, война. И даже есть цитаты. Там за добро добро, и кровь за кровь, и ненависть безмерна, как любовь. Лермонтов. Ну, на слова Лермонтова я хотел бы ответить стихотворениями другого, менее известного поэта, который служил во времена Великой Отечественной войны вместе с чеченцами в одном подразделении. Так вот, после войны он написал стихотворение «Я вам, Лермонтов, не верю, будто среди скал злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. То ли бабка нашептала, все наоборот, то ли Чечню вы знали мало и ее народ. Не оружием он прекрасен и не им силен, золотым великодушием поражает он. Чище крови, жарче сердца нет ни у кого. Вот вам песня про чеченца, брата моего». После нашего обоюдного здрасте и, я считаю, очень достойного приветствия, мы наконец-то можем приступить к нашим непосредственным кулинарным обязанностям. Итак, друзья мои, сегодня мы готовим жижик гаунаш. Для этого нам понадобится свежая телятина, немного муки, яйца, перец, соль, одним словом, специи и, конечно же, крепкие мужские руки. Чеченська кухня – одна з найдавніших на Кавказі. Її страви не тільки смачні, але й поживні і калорійні. Якщо приготувати на трьох, насититься і четвертий, говорить популярна чеченська приказка. Основою кухні є борошняні вироби з різними начинками – сиру, гарбуза, картоплі, черемші і кропиви. Сушене м'ясо – must have, не псується і їсти його можна в будь-якому вигляді. При цьому страви насичені чималою кількістю зелені. Дуже популярні страви з кукурудзи і кукурудзяного борошна.
Жижик галнаш – одне з таких. Варіантів страви чимало, але загалом м'ясо подається з галушками з пшеничного або бажано кукурудзяного борошна. І обов'язково з добре відчутною часниковою приправою. Ще та зброя! Поехали. Я немножко уже в курсе, как происходит данная технология приготовления этого блюда, подчеркиваю, национального чеченского блюда. Так, Сережа, я предлагаю пока заняться мужским нарезанием мяса. Согласен. Поехали. Так, ну и тем временем, естественно, пока мы все это дело готовим, я, конечно же, хочу поговорить о стереотипах. Стереотипы, которые присущи нашим обывателям, стереотипах о чеченском народе. То есть вот эта вот суровость, вот эта вот непримиримость, даже мстительность. С чего это все пошло? То есть, я так понимаю, это вдруг, это не вдруг, это так исторически сложилось? Это наложилось двумя факторами. Искаженное понимание культуры и традиций чеченского народа, ввиду того, что чеченцы просто далеко находятся от европейской части государств, немножко доходит отголосками из поэзии Лермонтова стереотипы о чеченцах. Ну, это нормально. И плюс ко всему, чеченцы это... Я не буду говорить, типа, хвалить, что это самый справедливый народ на Кавказе, но это народ, который живет по справедливости, чести и совести. И то, что воспринимается в европейской части как суровость, на Кавказе воспринимается как обыденность. Мы еще поговорим, кстати, о кодексе чести, обыденность, суровость, а чувство юмора в принципе присуще чеченцам? Конечно, как и всем остальным людям. Ну, во-первых, я не могу похвастаться своим плотным общением или знакомством с чеченцами, но, честно говоря, те люди, с которыми я общался, мне трудно по рассказам, мне трудно представить веселый, улыбающийся чеченец. Кроме, конечно, сегодняшнего нашего гостя, конечно, который, заметьте, улыбается бесконечно. Опять же, улыбчивость и чувство юмора будем считать, что одно и то же. Хорошо, а если вот так что-то откровенно забавное из, например, народного фольклора? Самое веселое, это когда чеченца куда-то приглашают что-то делать, а он ничего не делает. Ну, в данном случае вы уже обратили внимание, да? То есть мы как бы вместе, но не очень. Все приходится делать самому. Давайте поговорим о том, о чем, скажем так, наши обыватели в принципе не имеют, или, наверное, очень мало имеют какое-то представление о национальных традициях. Что самое яркое, что самое почитаемое, что самое любимое вот из национальных праздников? Начнем с того, что самое любимое мероприятие, праздник у чеченцев – это свадьба. Это самое любимое. Это гуляние, это приготовление пищи, это ловзар. Ловзар – это игра, но это когда танцуют лезгинку молодые девушки с молодыми парнями, ну, в присутствии старших. И там же знакомятся, и это является… Я так понимаю, под присмотром. Да, конечно. И это является следствием будущих свадеб. Знакомство на ловзаре на одной свадьбе может… Сергей, а может быть такой вариант, что, допустим, потанцевали, а замуж не пошла? Может. И очень часто. Я уже просто традиционно уже начал подозревать, что все закончится не так радужно. Да, не все заканчивается радужно, и не все заканчивается ловзором. Прекрасно. Давайте придем от свадеб к свадебному, например, праздничному столу. Праздничный стол по-чеченски называется дастархан. Это точно по-чеченски? Дастархан. Гость немножко теряется. Это необычно, но я на всякий случай нож отодвину в сторонку. Да, итак. На праздничном столе, на свадьбе. Да. Всегда очень много мяса. Жареного, вареного. И сладости, соответственно. Ну и я не знаю, что там на свадебном столе. Короче, это все давно было. У нас в гостях Сергей Исаев. Будь-яке мусульманське свято починається зі святкової молитви. Це закон. З розмахом святкують Новий рік, прихід весни. В останню неділю березня місцеві мешканці згадують про культ Тушолі,
богині плодючості та дітонародження. У цей день особливо поважають птаха Удода. Він є і символом, і добрим знаком, щось на кшталт українського лелеки. А загалом в традиціях чеченців насамперед повага до старших, культ жінки-матері та родини як такої. Друзья мои, я все-таки напомню о том, что сегодня мы готовим традиционное чеченское блюдо. Жижик говнаш. Что в переводе означает «головушки с мясом». На секундочку мы отвлечемся все-таки к нашим непосредственным обязанностям. И я озвучу о том, что сейчас тесто уже в принципе готово. Сейчас мы по технологии его должны раскатать, порезать какими-то полосочками, затем нарезать. Впрочем, это все будет уже у вас через мгновение. Сергей, ну а мы все-таки продолжим, да, немножко вот говорить. На Кавказе я знаю, что вот очень как бы почитается старость, уважение к старикам. Кто главный в семье? Дед, отец. То есть если в семье, если семья большая, да, и живут вместе и отцы, и деды, то главным является дед. А насколько вообще вот семейные корни, да, или единство? Ну вот как бы в принципе у европейцев, наверное, вот принято как-то вот жить как бы отдельно, чтобы там не мешать или не испытывать какие-то стеснения, например. Как вот на Кавказе с этим происходит? На Кавказе каждый чеченец, начнем с того, что его прямая обязанность помнить 11 отцов, то есть 11 поколений, которые образуют, ну, из его тейпа, то есть отец отца. Уважение к старшим, ну, например, если касаться даже родственных связей, ну, в Чечне нет детдомов, потому что если даже дальний родственник маленький остается один, все непременно найдется кто-то из его родственников, кто его заберет, потому что на Кавказе является большим позором не забрать ребенка или сдать его куда-то, или отказаться от него. Поэтому в Чечне нет детдомов и в Чечне нет домов престарелых. Потому что, опять же, если... какая-то семья обнадумала сдать бы там куда-нибудь своего там старика. Это позор семье. Это был бы позор очень сильно большой. Да, друзья мои, все-таки каким-то вещам хотелось бы поучиться. Уж коли мы прививаем какую-то другую культуру, хотелось бы все-таки привить что-то действительно или лучшее, или по меньшей мере человечное. Так, я на мгновение все-таки отвлекусь. Тесто, которое я вот только что раскатал, я его целенаправленно не раскатываю очень тонко. Это вот приблизительно 0,5 сантиметра, ну приблизительно. Это по как бы технологии. И дальше мы все это дело нарезаем, ну примерно вот такими вот 2-3 сантиметра полосочками. Вот. Сейчас мы это снимем. Форма головушек может быть квадратная, может быть круглая, может быть как получится. Какая угодно или как получится. Ну, то есть принцип очень простой, да, вот мы такими вот приблизительно вот кусочками нарезаем все это дело. Вот. И сейчас, после нарезания, сейчас я буду их разминать. Вот такие нормальные? Да. Кстати, Сереж, я вас попрошу, наверное, еще все-таки вот кроме мяса заняться чесноком, да, почистить. Ну, потому что приправа нам будет нужна. Я хотел бы, наверное, у Сергея задать прежде всего самый главный вопрос. Это является повседневным блюдом или все-таки праздничным? Нет, это является блюдо для встречи гостей или же когда чеченцы уходят в горы, какие-то работы там по деревообработке или землепашным деятельности, они берут с собой тормозок, поскольку жиголнаш является питательным и очень сытным. Ну и для встречи гостей. Вообще в рационе чеченцев очень скромная и малокалорийная пища. Например, чеченцы не используют свою и еде не используют пшеничную муку. Это крайне редко. Традиционно используется кукурузная мука. При установлении советской власти не разрешали садить одно время кукурузу, или там ее было очень мало, и начали завозить
пшеничную муку, то в Чечне начался мор. Люди начали умирать от то того, что... действительно отказывались да, от... Да. Потому что они не могли, ну, по-другому уже был устроен рацион, питание. Еще у чеченцев, благодаря этому, все могут танцевать лезгинку, потому что все худые. Ну, за некоторыми исключениями. Друзья мои, лезгинка, кукурузная мука и стройность связаны непосредственно. Обратите на это внимание. Это чеченская народная мудрость. Продолжаем. Пока Сергей чистит чеснок, я готовлю как бы непосредственно уже сами вот эти вот говушки. Не знаю, насколько получается умело. Я же говорю, они могут быть круглые и треугольные. У нас же чеченские галушки по-криворожски. Да, ну да, да. Ну то есть вот, например, да, по-криворожски с небольшим таким вот оттенком криворожским. Ну как вариант. Сейчас вот Сергей дорезает чеснок, затем мы отправляемся на кухню. То есть мясо должно хорошенько вывариться или отвариться. Отвариться. Или вывариться. То есть мясо мы доводим до полной готовности. Затем часть бульона мы сливаем в некую пиалу. Что будет там происходить дальше, я расскажу чуточку попозже. Вот, потом доливаем воды, и в этой воде мы будем варить уже наши галушки. В принципе, все это вы сможете увидеть. Ну а пока мы вот все, так сказать, готовим. Сергей, ну вопрос, который я просто не могу не задать. Чем жил чеченский народ? Ну, то есть, род деятельности. Земледелие. Земледелие. В основном земледелие. Земледелие, скотоводство. А чем можно заниматься в горах? Ну, у нас же, ну, безусловно, есть земли в Чечне, потому что Чечня – это все виды климата. Есть и зима, и лето, круглый год. Поэтому и есть плодородные земли, есть не очень, есть скалы. Поэтому там, где плодородная земля, занималась земледелием, а так скотоводство. Чем сегодня живет, чем занимается сегодня в Украине чеченская диаспора? Сохранением и популяризацией своей национальной культуры. А наш актив диаспоры, он же разнообразный. Кто-то занимается бизнесом, кто-то работает даже на госслужбе. У нас из числа наших активистов есть и депутаты, в том числе и я. Бизнесмены, меценаты, все есть. Слово «меценат» особенно греет душу, лично мою. Друзья мои, у нас в принципе все готово. Мы отправляемся, так сказать, кулинарному Мартену. Поехали! Конечно, очень хотелось бы, чтобы сейчас звучала какая-то барабанная дробь или, как минимум, ритмы лезгинки. Кавказа. Ну да, Кавказа, да. Но, в принципе, итак, друзья мои, я не знаю, насколько видно, идет ли пар, но я напомню о том, что, во-первых, это традиционное чеченское блюдо называется... Жижигионаш. Что означает галушки с мясом. Рецепт приготовления крайне прост, крайне прост. Но при всем при этом, как утверждают наши эксперты... Это крайне вкусно. Это крайне вкусно, крайне питательно. И крайне полезно. Уф, поехали. Его надо брать вот так вот. А, вместе? Конечно. И потом вот так вот. Ну, я все-таки... Не-не, надо... Хорошо. Да-да-да. И вот потом, чтоб аж до чеснока доставал. Угу. Ну, запах, конечно, ураганный, честно говорю. Ну, то есть, бульон, чеснок, специи. Я хочу в горы.
я хотел бы вам передать... Секундочку. Пускай так. Я хотел бы вам передать книги. Это «Дай мог». Сборник чеченского фольклора, который был издан нашей диаспорой. Ой, слушайте, ну это очень здорово. А это спасибо. Книга «Автохтоны Северного Кавказа», чтобы вы лучше понимали народы Северного Кавказа. А это тоже наша диаспора издала, Мамакаев Арсунукаев. Это стихи чеченских поэтов. Спасибо. Не, вы знаете... На украинском языке. Я вижу выбранные верши. Обязательно обещаю прочесть. Очень приятный подарок. Спасибо большое. Потом расскажете наизусть. Обязательно. Сергей, спасибо большое за участие. Спасибо за то, что согласились прийти. Спасибо за необычность и вкусность и особенность чеченской национальной кухни. Вам удачи. Спасибо. Процветания, благополучия и простых радостей. Спасибо. Друзья мои, увидимся, как всегда, через неделю. Пока. А купол неба голубой и добрый, и чистый, и невинный лик ребенка, как будто мир в людей улыбки собран. Смеется нам он, и светло, и звонко. Взгляни на солнце, как оно сияет. В лучи с любовью кутая младенца, мне кажется, одна улыбка знает, что мы от солнца зажигаем сердце. Гастромаркет «Халва» та мережа магазинів «М'ясна мануфактура».